Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем тестить огнемет на моем основном аккаунте на слепом охотнике. Мы поедем и попробуем посносить ему урон. Конечно же, да, сейчас на данный момент у меня один огнемет, но скоро уже будет два. Итак, напомню вам, что в моем телеграм-канале проходит сейчас очень крутой розыгрыш. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно зайти на мой абсолютно любой видеоролик, спуститься чуть ниже, будет закрепленный комментарий. Тут есть ссылочка моего телеграм-канала. Вас перебрасывают вот сюда и нажимаем также «Зайти». Когда вы зашли в мой телеграм-канал, ребят, вам нужно нажать на кнопочку вот здесь «Прикрепленные сообщения», вот, и кнопочку «Участвовать». На данный момент 2542 человека участвуют в розыгрыше 25 сезона 10 уровней, сезон акта 1 и 500 монет. 5 победителей, бот выберет рандомных людей 25 числа. Я желаю вам удачи в победе, потому что 2 сезона и 500 монет, ребят, в одном как бы розыгрыше, это хорошо для одного человека, а будет таких 5. Теперь давайте собираться. Поехали. Значит, что мы будем брать? Конечно же, возьмем какие-то глоки. Может быть, давайте глоки возьму, эмочку какую-то. Вот, чисто так, чтобы, знаете, пройти зомбаков. Я не буду зомбаков убивать, например, огнеметом, потому что нет смысла. Я хотел бы еще сегодня открыть дискетку, потому что с дискетки может что угодно выпасть. Посмотрим. Я уже давно, кстати, дискетку не открывал. Вот, поедем, чисто откроем, посмотрим, как оно будет. Вот, наберем сейчас вот этой оружечки и отправимся в бункер Альфа. На данный момент у меня уже открыто практически 9 ящиков. Получается, по-моему, 9 или 12. Нет, 9 или 12. Я уже забыл, ребят, честно, я не помню. Сейчас мы посмотрим. 9 или 12. Я уже сбился с этого счета, потому что реально давно уже их это открывал. Вот. Давай посмотрим. Брони нас хватит. Ну, можно будет взять с собой какую-то сбитую еще бронечку. Есть у нас какая-то сбитая. Кстати, как вам скинчик? Напишите в комментарии, как вам скинчик вот этот с новеньким портфелем, который вы можете получить бесплатно. Плюс сезон, ребят. Вы получаете, если вы участвуете в розыгрыше, вы получаете вот этот сезон, видите, да, купить тут можно сезон, вот, и вы получаете сезон акта, то есть два сезона, это для одного человека и 500 монет, вот, премиум сезон акта тоже требуется покупать. Я знаю, что у многих купить невозможно, но у вас есть шанс победить. Если вы выиграете, вы обязательно получите два сезона, ребят, вот, это очень сильный розыгрыш, так что обязательно не забывайте участвовать, ничего делать не нужно, просто зашли в телеграм, нажали участвовать, и все, рандомно выбирается 5 человек 25 числа в 12 часов 5 минут, и, конечно же, вы получаете свои топовые подарочки. Просто я не знаю, такая халява, просто жесть. Я не знаю, кто не участвует, но, ребята, я желаю, конечно, каждому победить. Победить рандом, рандом, вы сами знаете, что просто бот выбирает 5 человек. Значит, едем в наш бункерец. Я не знаю, там вы очень много писали мне, давай рейды. Можно будет сбегать 1-2 рейда, я не знаю. Но первым делом, ребят, я хочу протестить данного персонажа. Вот, конечно, да, много не снесет, я думаю, слепому охотнику, но хотя бы посмотрим, да, сколько сносит. Когда уже у нас будет второй огнемет, когда мы заберем с акта 1, когда выполним вот эти все задания, вот, у нас получается... Вот этот огнеметик 12, то есть следующий ролик день, короче, 2-3 дня, и я буду завершать данный акт 5, то есть первый акт, 5 глава. Вот, мы завершим, заберем второй огнемет, и уже у нас будет 2 огнемета, с которых, ребят, мы сможем уже как будто, ну, нормально шпарить, не по-детски, я вам скажу. Вот, вот, мы на новичке, круто, мне понравилось, вот чисто на новичке, то, что мне нравится, мы с вами сняли 5 видеороликов с 5 прохождением акта, конечно, 5 глава, конечно, не пройдена, так как у нас... Там есть момент такой, что надо быстренько открыть вот эти гребаные ящики. 12 штук, это тут 12. Вот, я не помню, мы вот тут открываем. Смотрите, прикол, я сейчас тут открою, а здесь у нас будет, наверное, 2 толстяка. А ну смотри, будет или не будет? Не, 1 толстяк. Это у меня на новичке было тут 2 толстяка, потому что я не открыл эту штуку, а прошел акт. И получилось так, что, типа, спавнятся зомби, ты их проходишь,
перезаходишь бункер, и они опять заспавнились. Вот, вот так вот бывает. Так, тут у нас, конечно, много чего интересного лежит. Я даже не забираю здесь ничего. Вот. Ну так, по чуть-чуть, потихонечку забрал, это оставил. Но окей, окей. Давайте, знаете, как мы сделаем. Ребят, я, наверное, хотел бы отправить. Ладно, мы с трупика отправим эту броню. Ладно, давайте сделаем так. Так, все, не все, не все. Дискетку активировать, плюс включить нужно нам это хард режим. Вы сами знаете, что хард режим нужен по-любе. Вот, без харда режима мы не сможем никак абсолютно пойти к слепому. Загружаем дискеточку. Загружаем, получаем координаты и поедем. Обязательно съездим, посмотрим на наш ящик. Так, все есть, все нормально, все отлично. Давайте, хилочка есть у нас. Да, отхилимся, давайте обычными хилками будем хилиться по чуть-чуть. А там уже будем подхиливать большими аптеками. Если что, сделаем, я думаю, так. Так, полетели. А, что тут мужик сидит? Смотри, он сидит здесь. Мужик, ты охренел здесь сидеть? Сидит себе мужик на чиле, на расслабоне. Вообще нормальный чувак. Ладно, пойдем, пойдем. Так, третий этаж, полетели. Полетели, хард режим. Вы можете пока написать в комментарии. Вы можете пока написать в комментарии, что можно еще потестить. Ну, вы писали ведьму, там, громилу, это понятно, это можно. А где еще более-менее прикольный можно потестить? Напишите тоже в комментарии. Давайте сразу скину вот эту штуку, вот, чтобы мы быстренько прошли. Вот, чтобы нас сильно тут не долбили. Да пошел вон, толстяк, гребаный бегун. Тихо, 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 ты посмотри на него. Давай, давай, толстячина. Опа, ушел дядя, отлично. Так, здесь проходим, лутаем, конечно же, ящики. Вдруг какие-то там жетоны, шеврончики будут выпадать. Ну, дискетка лишняя не будет, конечно же. Так, это я заберу, пускай будет водичка, пригодится. Так, поехали дальше. Тут у нас вот такой вот подрывничок есть, да? Подрывничок, подрывничок, что ты делаешь со мной? Так, вот так вот работает, работает. Хорошо, забираем, забираем. Все, тут мы забрали. Так, хилочка пошла. Здесь у нас тоже есть... Не, ну, скинчик этот, я не знаю. Волк охрененный просто. Мне очень нравится. Я буду в нем бегать по-любому. Посмотри на него. Какой просто, как будто индеец. Ну, портфель... Ну, под него нормальный, конечно. Ну, так себе. Конечно, не сильно, но можно было что-то придумать. Ладно. Давайте этих токсичных зомбарей перебьем. Перебьем, да. И отправляемся дальше. Можно еще вот этих забрать. Давайте мы еще вот этих заберем челиков, которые вот тут стоят. Вот, они тоже неплохо там урончик нам дадут. Ля-ля-ля-ля-ля. Давай, давай. Где этот толстячок? Тюн. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Класс, мне нравится, что этот навык сбивает этот взрыв подрывника. Это очень круто, ребят. Фу, мужичок полетел. Ну что, ребят, настала истина. Истина. Пробуем, пробуем, конечно же, пробуем. Так, значит, у меня броня улетит. Да, давайте я ее, наверное, закину. Есть там? А, нет, не закину. Ладно, мы сейчас сделаем вот так вот. Я надеюсь, этой брони хватит. Мы потом отправим на вип-заправочку. Поехали, 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 поехали. Значит, по 20, да, бьет? По 20 мы сразу хилимся. Давай, иди сюда, к стене. Мы попробуем тебя сейчас долбить. Нормально, не по-детски. Так, поехали. О, охренеть, ты посмотри. Ну, мало, мало, маловато, ребят. Маловато, очень сильно. Соточки даже не сбило. Уже практически половины нет. Да, конечно, на боссов это тяжело с этим, с этой оружкой. По два. Очень мало, просто маловато. Не знаю, не знаю даже, что вам сказать, но такое себе. Так, ладно, хилимся, хилимся. Сейчас, 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 сейчас. Я думал, конечно, будет побольше урончика. Ну, как вы видите, ребят. Ну, такое себе, такое. Можно было бы и получше сделать, да? То есть... Урон на боссов увеличить как-то здесь, я не знаю. Может быть, реально такое или нет, но это маловато то, что мы сейчас имеем. И то мы еле-еле снесли ему, ну, скажем так, 300 хп. 300 хп снесли еле-еле. Вот, ну такое, такое, ребят. Будем пробовать, будем стараться. 300 хп, один огнемет. Получается у нас так, где-то примерно 300 хп. Сносит слепом охотнику. Я не добиваю специально, потому что мы поедем, конечно же, восстановим. Тут проще, конечно, взять глок. Посмотри, как глок сносит. Глок это топ. Глок это просто топее некуда. Так, давай, 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 давай.
Да, не-не-не-не-не-не-не-не. О, нормально. Так, полетели. Посмотри, глоком стал. Сносишь себе как дядька, просто как дядька. Вот, тут, конечно, отхилиться надо было. Пойти этому челику. Так, давай эмочку сюда скинем, чтобы его случайно не сбить. Да давай быстрее, ты слепой гребаный охотник. Как ты же задолбал. Вот, смысл с тебя, конечно, нулевой, но мы добьем, конечно. Давай, эмочка, и давай глоком. Бам-бам-бам-бам-бам. Еще, еще, и еще, давай еще. Блин, а что так слабо-то, а? Не, мы можем еще где-то забежать. Не знаю, может быть, сейчас поедем восстановим, я надеюсь. Вот, без проблем. Так, все, улетел дядя. Так, тут мы забираем, конечно же, все. Я закину сюда броню, для того, чтобы ее восстановить на VIP-заправке. Ну и, в принципе, давайте огнеметик туда и перекинем, правильно? Все равно он сбитый уже. Вот, давай перекинем в VIP-хранилище. Переместить все, это мы перемещаем. У нас еще осталось, ну, скажем так, какое-то оружко. Можно еще пробежаться, вот эти 2-3 глока, да, которые у нас есть, и пойти, например, на рейдики. Вот, потому что вы очень много кричите: давай черешню рейди. Так, давай, 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 поехали. Риваные толстяки. Ох-ох-ох-ох-ошечки. Надо этого добить сначала, обычного. Да давай, улетай, улетай, улетай. Давай, давай, давай. Так, пошел вон, бабам. Отлично, отлично, отлично. Так, есть, да, хипишечки наши. Наши хипишечки. Отхилимся, отхилимся. Все, поехали этого возьмем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, давайте, пацаны, давайте. Отлично. А что они эти не согрелись? Не понял. О, о, прием. Что-то они уснули. Уснули по центре. Так, ладно, блок оставим, чтобы отбивать. Все, переключаемся. Тух-тух-тух-тух. Отличненько. Так, заберем, чуть-чуть насобираем ресов, потому что, ну, смысл я их буду оставлять здесь. Ну, вот, мы сольем. Один глок остался, да, ну, попробуем, попробуем, давай. Поехали, поехали, поехали. Гигабайтик пошел у нас. Гигабайтик-то пошел. Два глока у нас есть, конечно же, есть. Так. Давай еще, пойдешь. Тух-тух-тух-тух. Пошел вон и добиваем. Хорош, да? Глок очень круто. То, что когда ты толстяка бьешь, например, да, ты с него забираешь. То есть отталкиваешь его и добиваешь глоком. Очень хорошая песня, мне нравится. Так, 200, 200, 200, 200, 200. Ой, не попал. Ой, не попал. А ну иди сюда. Бам. Бам. Видите, как четко? Просто идеально. Вот это я понимаю, топовая песня. Вот, ну, ящики, конечно же, открываем. Так, это стакаем, это стакаем, это стакаем. О, вот это нормально. Здесь что у нас такое выпадает? Ну, дискетки тоже нужны, я вам скажу так, ребят. Дискеточки тоже нужны. Вот, можно оставить себе, можно когда-то открыть, например, ящик за дискетки. Это уже ваше дело. Мы сегодня откроем один ящик, отправимся на рейды. Можно еще что-то будет открыть, посмотреть. Вот я добью сейчас пару зомбарей, которые нас хоть хотят убить. Ну, в идеале, конечно, вот этих двоих бы я забрал еще. Так, пошел вон, давай, 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 еще, 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 еще. А, этого даже без навыка. Так, половину глока как раз хватит. Как раз хватит, мы откроем еще два, получается, ящика, и все будет хорошо, прекрасно. Так, давай, давай, пошел, пошел, пошел. А что ты тормозишь, друг? Какой-то очень интересный. Какой-то он не такой. Так, половинку глока, ну еще одного можем же снять. Легко, да? Снимем. Но нам нужно... А нет, подожди, не снимем, ребят. Нам же нужно еще на ящики ехать. Ну, придется снять, наверное, да? Ну, давай, ладно, хрен с вами. Хрен с вами, толстяками. Давай, давай, давай. Я немножко не так сделал, ну ладно. Ту-ту-ту-ту. Ой, как больно. Ой, как больно. Не гони, брат, не гони. Так, иди сюда. Вау, вот это ты крутой, вот это да, 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 не спорю. Это очень сильный толстяк, если честно, это очень сильный толстяк. Если у тебя нет модов использовать вот так вот, да, ну, тяжело будет, тяжело очень сильно. Но тут у нас тоже ничего, можно красочку забрать, красочку, в принципе, я заберу. Так, здесь тоже ящик какой-то есть в конце, можно его тоже промониторить и выходить уже, ехать на эту.
Так, поехали. Сейчас мы какую-то оружку где-то что-то найдем. Там, я надеюсь, что мы найдем. Водичку можно сразу скинуть, она нам не нужна. Ну и выходим, выходим. Пока, толстяк, пока. Пока, толстяк, пока, пока. Давай за мной. Я люблю, когда бегают за мной. Та стая толстяк. Вот это вообще вздулся, так что ужас, конечно. Какая-то, не знаю, бомба просто. Так, все, выходим. Бункерец. Короче, 300 хп сносит один примерно огнемет слепому охотнику. Не знаю, сколько будет ведьме сносить, но, наверное, столько же. Но я, как и говорил, я сделаю два себе огнемета. И там уже мы с вами побольше чуть-чуть попробуем потестить. Ну, 2 будет 600. Но это в идеале 4, да? Чтобы убить слепого охотника, нужно 4 огнемета. Где-то так. 3,5 огнемета. Где-то примерно в этих районах. Насчет следующих огнеметов, что я думаю? Я думаю, они будут с акта 2 выпадать. Вот, мы сейчас пройдем акт 1. Акт 1. Далее у нас будет акт 2, но не сразу. Я думаю, не сразу, он будет только на обновлениях. То есть какое-то обновление у нас будет, и тогда появится следующий акт, и будет все понятно. Вот, так что будем смотреть, будем как-то мониторить это все, и будет видно. Так, ладно. Значит, отправляемся на координаты, скидываем, конечно, нашему инженеру ресурсы, которые будут давать нам дискетку. Быстренько закинули сюда все, что есть. Да, масло мы заберем домой, это все домой. Ну, талоны, ну, талоны я тут, наверное, оставлю. Хотя можно забрать домой, домой или не домой. Вот. Хотя, давайте, ладно, давайте, можно домой, наверное. Скорее всего, у нас есть эта шкатулочка, да, которая складывает эти все талоны. Вот, посмотрим, посмотрим, будет видно. Но один рейдик я обещал вам на стриме, в ТикТоке я говорил, что сделаю рейд. Вот, кто не знает, ребят, я стримлю иногда в ТикТоке. Заходите по ссылочке в описании, подписывайтесь, и иногда я буду стримить в ТикТоке. Вот, это мы заберем. Заберем эти талоны, я чисто заберу их специально для того, чтобы они лежали там. Тут у нас еще два ящика не открыты, да, не открыты. Ну, ладно, ладно, ладно. Только, блин, я не знаю, места ли хватит, ребят. Места может и не хватить, места может и не хватить. Мы можем, знаете, как сделать? Я знаю, как я сделаю, смотрите. Мы берем вот это и открываем вот тут. Сейчас перетаскиваем все в VIP-хранилище. И там уже без проблем мы можем это все завести домой. Я сразу уже закину домой, да, это все дело, и все будет прекрасно. Все, мы это скинули, вот так вот оно домой поедет. Едем на VIP-хранилище, закидываем и едем за дискеткой. Вот, дискетка это хорошо, очень сильно, очень весело. Там может быть и C4, и... Может быть, огнемет, не знаю, ребят, я хочу проверить. Потому что в мое время, когда я играл и открывал за дискетку, мне выпадала самая мощная оружка. Это гранатомет с дискеты. Вот. Насчет огнемета, возможно, они сделали, возможно, нет. Мы с вами это проверяем. Все, едем на дискетку, которая у нас будет 12 часов локация. И будем пробовать, пробовать что-то придумывать. Так, все, тут у нас вот так вот сразу сюда, вот так вот накинули, покушали. Если что, хилка есть, все есть. Вот, если выпадет... А, мы можем, знаете, еще в порту открыть. Блин, ну в порту вряд... Хотя давайте, блин, давайте попробуем в порту открыть. Реально ящик в порту. Ящик, который вытягивает с моря, может там, может там. А вы прикиньте, выпадет, я буду орать. Я просто буду орать в микрофон. Я посчитаю до 3, и вы выключаете микрофон. И если он выпадет, я буду орать в микрофон. Просто я буду в шоке. Так, что у нас, зараженный или не зараженный? Давай посмотрим. Блин, зараженный, да ладно. Я давно не видел такого. Ну что, давайте откроем. Давайте откроем, ребят. Так, я, наверное, так долго буду носить его. Давай я его открою. Накинем на чё. У меня, кстати, зараженный лежит дома в ванной. Воу. Ну, придется тогда повозить на чоперить за его. Так, давай, давай, слази ты, ё-моё, с этого чопера. Так, значит, это забираем. Забираем. Сейчас мы будем открывать. Сюда иди. Сюда иди, зараженный. Так, зачем мне часы? Мне надо чоппер. Чоппер, go. Поехали. Так, ну нужно еще сделать чоппер. Он немножко разбился, 22 прочности. Вот, ну зомби тут куча. Просто куча зомбарей. И нам как-то нужно уехать. Мы уезжаем без проблем. Значит, что мы сейчас делаем? Давайте, наверное, открываем зараженный ящик. А можно два открыть?
А можно? Я просто, знаете что, не хотел бы открывать два, вот, потому что когда выйдет что-то в обновлении, например, вот как сейчас, вышел огнемет, и я знаю, что именно зараженный ящик, а он выпадает очень редко. То есть мы можем открыть дискетку, а там может быть не быть зараженный, там просто обычный ящик. Но зараженный ящик один мы оставим, один откроем. Откроем плюс ящик с порта. Порт — это, вы знаете, что за локация, там у нас лаборатория Генезис, и там есть ящики на морском дне, с которых тоже выпадает неплохие ресурсы. Тоже сейчас попробуем открыть. Короче, сегодня мы проверим все, что я думаю. Вот, значит, сюда берем. Возьму, короче, каких-то... Ладно, пускай будет так. Так, все, этот ящик будет там. Что нам требуется для... Три кислоты, ребят. Это очень нормально. Много и ненормально. Так, три кислоты, давайте искать. Блин, нам нужно поскладывать это все добро. Добро. Тут нету кислоты, хорошо. Давай тогда тут посмотрим. Где-то, вот она, три кислоты, все. Разделяем. Мы, кстати, очень давно не ходили в лаборатории Генезис. Вот эти ключики, вот это ящики с морского дна. Тоже мы открываем. Все, значит, тут у нас понятное дело. Давай сюда три кислоты. Закидываем. Вот так вот делаем и смотрим. Короче, ничего не выпало, кроме двух сишек. Ну, две сишки, ребят, на райд как раз пойдут. Короче, с этого ящика не выпало. Окей. Давай тогда попробуем поехать в порт. В порту мы можем, кстати, скинуть ящик вот этот зараженный. Придут, не придут зомби на него именно в порту. Вот это уже, конечно, было бы прикольно. Посмотреть, работает ли это или нет. Так, ладно, поехали в порт. 100 лет там не был, полетели. Полетели в вот эту локацию. Но в надежде, что акты будут открывать новые возможности, да, и откроют вот эту часть, потому что вот именно здесь, да, есть у нас акт 2, машина, да, на север. Вот, здесь у нас лодочка, где мы сейчас едем, АТВ-болото. И потом вот тут какие-то краны. Но мне кажется, что это кран. Кран, это типа вот этой вышки. Ну, почему-то мне кажется. Вот видите, вот типа такой кран, да? Вот, здесь также. Вот здесь также мы с вами видим. Вот этот кран, видите? Это нефтяная вышка и вертолет. Ну, скорее всего, акт 5 это будет вертолет. Я не знаю, ребят, точно не скажу вам. Но уже по-любому он должен быть. По-любому должен быть, потому что время идет. Сколько лет? 5 лет я играю. И они говорили, что будет вертолет, будет. И они, наверное, как-то по чуть-чуть пилят его. Я честно не скажу. Вот, давайте мы пока снимем его, закинем на землю. Вот так вот положим его где-то сюда. Бу-бум, хорошо. А, мы не заберем, блин. Его ж нам нужно домой везти, ребят. А, ё-моё, ну ладно. Ладно. Я не знаю, пропадет этот зараженный ящик или нет. Может и пропасть. Так, ящики на морском дне. Давай, поехали. Бабам, ящики на морском дне. Вот, может пропасть ящик. Конечно же, может сюда. О, мы можем сюда положить груз, снять. Не знаю, можем, давай проверим. Может быть, в катер можно положить. Я положу тогда зараженный ящик в катер. Так, давай. Опа, есть. Берем зараженный ящик. Ой, вернее, ящик. Смотри, можно. Ой-ой-ой, как красиво. Ладно, давай тогда сделаем обмен. То есть тот ящик я закину в катер. Хотя, может, не закидывать его. Не, давай, ладно, закинем. А там уже посмотрим. Когда-то заберем. Главное, чтобы он не пропал, потому что, объясняю, когда-то я снимал видос, беру зараженный ящик, несу в бункер. Я спускался, умудрялся спускаться в бункер, а сейчас этого сделать нельзя. Раньше можно было. И в бункере ложил зараженный ящик, туда сбегали зомби, я их убивал. Ну вот так вот было. Потом это все пофиксили, и зараженный ящик просто исчезал. Он просто исчезает, его нету, и все. Вот так вот оно и было. Вот. Но ничего, я сейчас этот ящик закину в катер. Пускай он в катере лучше лежит, чем я сейчас... Подожди. А чё нельзя? Не понял. А как? А ну-ка, ребята, напомните мне. Я уже забыл, куда этот ящик нужно нести. Это же ж ящик несется в чоппер или нет? И мы едем домой, открываем с этой... с кислотной ванны.
По-моему, да, может и нет. Блин, я вообще забыл, прикиньте, голова уже не работает. А, ну правильно, да. Вот. Я думаю, что за прикол? Что за... Вроде бы же зараженный этот... Зараженный ящик, помню, в кислотную. Этот ящик тоже в кислотную. Ну, какая-то шляпа просто. Вот это прикол. Ну, ладно, ладно. Ничего, видите? Забываю, но вспоминаю. Вот, если я что-то туплю, ребят, сорян, потому что давно этого не делал. Давно эти ящики я не открывал. Но будем открывать. Будем обязательно открывать. Чисто для проверочки. Так, где этот... Переход, давай быстренько мы донесем. Жалко, что его в воду нельзя кинуть. В воду нельзя поставить. Ну ладно, ладно, ладно. Сейчас мы пойдем, попробуем его закинуть на катер. Я надеюсь, что это у нас получится и все будет хорошо. Так, вот тут ставится обратно, нет? Назад он не ставится, да? Сюда нельзя поставить, а сюда можно. Все, теперь катер с зараженным ящиком, ребята. Вот так вот бывает. Так, бензинчик. Ну, давай мы аптечки сюда скинем, пускай им тут будут лишать. Все, тут у нас все понятно. Все понятно. Кстати, давно в стоки не ходил. Вот здесь в стоках я давно не был. Может, что-то там изменилось? Вот какие-то ящики, что здесь у нас изменилось? Давай посмотрим. Сборщик. А, давай мы отправим эти ящички. Ящички мы же можем отправить. Хотя бы один раз закинем, да? Вот по монеткам. Кстати, у меня задание потратить 1200 монет. Вот, чтобы это выполнить, нужно куда-то их слить. Давайте сольем вот сюда по 80. Страховочку и поехали. Заберем терминал доставок. Это тоже дополнительные какие-то ресурсы. Не знаю, может тут огнемет. Вот тут, знаю то, что... Именно абсолютно все оружки выпадали. Абсолютно гранатометы, С4, выпадали даже, по-моему, баг, вилка и трансмиссия, ребят. Короче, тут все у меня выпадало. Пробуем здесь. Вдруг здесь огнемет может выпасть. Не знаю. Ну, вы прикиньте, если он реально выпадет. Вот это будет круто. Вот это вообще будет топово. Ну, пробуем. Может быть, что-то выпадет, но нифига нету. Какая-то хрень просто. Так, давай. Оп. Так, видите, один знак вопроса. Один знак вопроса, это означает предмет. Во время доставки есть шанс получить полезный предмет. Хорошо, окей. Давай, поехали. Если мы еще будем закидывать вот эти ящики, да, обычные, то шанс будет, конечно, больше. Ну, такое у нас серьезное здесь просто. Ну, будем пробовать. Мне кажется, что именно с доставки можно получить огнемет. Вот. Почему-то мне кажется, что это возможно. Если вы вдруг где-то найдете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот я лично буду проверять на доставке. Мы уже проверили с зараженными. Сейчас проверим ящик с морского дна. Вот, будет видно. 50, нормально. 50, это отлично. Так, хорошо, поехали дальше. Давай, хоп. Так, поехали. О, ключик. Ну, слабовато. Раньше по 3 давали, но мне кажется, это нужно 8 ящиков вкидывать. Вот, раньше давали по 3. А, смотри, по 2 даже дают. И еще 50 крышек. Вообще прикольно. Так, давай еще раз проверим. Последний, да, это последний ящик. Ну, будем пробовать. Я буду пробовать часто здесь открывать. Может быть, будет выпадать. Не знаю. Будем с вами проверять данную теорию. Ну, мне кажется, что тут должно выпадать огнемет. Мясо. Давай огнемет. Зачем мне мясо? Мясо. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, ладно, тут мы уже проверили. Так, это можно сразу покушать. Здесь покушать. Хотя можно было не кушать, это удалить. И вот это удалить. Все, мы тут удалили. Что тут у нас еще? Вспомним давайте немножко. Чего ж, у меня что, 2 головы или что? Мне кажется... Фу, мутант какой-то. 2-головый мутант, вы видите? Что за прикол? 2-головый мутант. Охренеть, посмотри, сейчас повернет голову. Да давай уже поворачивай, уже задолбался стоять. О, смотри, видели? Вот это жесть, конечно. Так, награда, забрать ключик. 88 уровень доставки, лаборатория 30-ка, слабовато. Ну ладно. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Все, значит, уходим. Можно, кстати, вытащить ящик будет. Тут у нас понятно, тут у нас что-то лежит. Конечно же, лежит все, что хочешь. Так, ладно, это на VIP-доставочку закинем. Домой, да? Пускай летит. Будем дома потом делать. Так, нам нужно будет огнемет забрать. И поехать потом уже на рейд. Все, значит, едем домой. Едем, кстати, через заправку. Огнеметик-то заберем. Вот, и уже пойдем потом дальше.
Вот, ну такие вот интересные моменты. Мне кажется, с доставки вип-грузов должно что-то выпадать. Именно в плане вот этих огнеметов, может быть, да. Так, что у нас по заданию потратить монетки календаря? Золотая лихорадка, мы потратили 300 монет, осталось 900. Ну, 900 монет это только для рейдеров, 500. Хотя, в принципе, нормально будет. Сейчас мы быстренько будем это тратить, где-то на рейды потратим. Добьем до ящиков. Я ящиков хочу вам открыть 1000 штук. Вот, 1000 ящиков. 1000 ящиков. Сейчас я вам покажу, какие. Так. 1000 ящиков. Я хочу открыть, ребят, это... вот эти, оружейные ящики. 1000 штук хочу открыть. Ну, в надежде, что... у меня такая вот... Ну, это можно открыть тоже. Давайте сейчас откроем. Может, потом, может сейчас. Ладно, давайте потом откроем. Я специально взял, думал видос запилить. Ну, ладно. Так, что у нас тут? Смотрим. Тут сапоги есть, какое-то оружие, слитки. Короче, здесь куча всего, да, есть хорошего. Вот, мы идем вот сюда. Вот сюда идем для того, чтобы... забрать ресурсы, восстановить. Это восстановим. Вот это восстановим. А это перекинем домой. Все, тут мы забираем все. Тут аптечки можно взять, медикаменты. Здесь мы можем взять какой-то баф прикольный. Так, молодость, броня увеличена. Ну, так вот можно взять. Да, на рейд как раз будет броня увеличена. Вот, а здесь мы делаем ветер. Вот такой вот ветер раз. Вот такой вот ветер два. Вот такой вот ветер три. Вот так вот. И по чуть-чуть, потихонечку можно вот так вот восстанавливать. Вот так. Если, конечно, вас интересует эта тема, это очень хорошая тема. Давайте глоки восстановим, как раз на рейдик, да, пойдут. Вот. На рейдик как раз залетят эти глоки. Все. Этот. Все. Отправили. Вернее, сделали. Все, теперь мы отправляем нашу посылочку. Посылочку. Давай, брат. Давай, мы можем отправить ваши предназначения домой. Давай, отправляй уже. Так, наши люди уже подготавливают. Да я знаю, сейчас я сожгу. Сожгу. Кстати, эти челики что, восстановили броню? Смотри. Ай-яй-яй, да ты шо? Они восстановили броню. Мы можем исправить это. Эй, Гарри, ну-ка снимай одежду. Это мне нужна твоя одежда. Быстро, давай, быстро одежду. Я хочу снять твою одежду. Терминатор 2. Ту-ду-ду-ту-ру-ру-ру. А, все, хватит. Что-то увлекся, ребят. Ладно. Сюда его обратно. Сюда. Чикс. Все работает, все хорошо. Все, если ты еще раз оденешься, я раздену тебя еще. Вот это, не, я еще сделаю. Ночь такая, как такое не сделать, да? Вот именно когда настала ночь, ребят. На, мужик, подкурить есть? Конечно, есть, легко. Вот, есть закурить? На, держи, подкурил. Не, еще не подкурил. Во, тапочки снимай. О, молодец, вот это я понимаю. Челик нормальный. Они постоянно будут одеваться, что ли, не знаю. Вот. Ну, этого, конечно, не добьем, но чуть-чуть его поджарим. Тебе тоже подкурить закинуть? Держи, вот так вот. Нормально, да? Не, ну огнемет он просто прикольный, такой, что можно развалить. Вот этого чела можно, наверное? Давайте попробуем еще вот этого челика. Вот интересно просто, он снимет или нет? Вот, потому что вот эти, что сидят, они не хотят снимать. Ну, мы попробуем, мы даже два раза здесь можем попробовать. Так, подожди, как-то не так, вот так. Мужик, ты будешь гореть, нет? Вот, вообще мужик горит нормально. Не, мне кажется, он не снимет. Его даже не коцает. Если бы его коцало. Ой, голова-то как подгора. Как сделать стрижку на лысо? Вот так. И все. Не, ну он, наверное, вряд ли. Да, он будет вряд ли. Ну ладно. Повеселились, голова сгорела, нормально. Так, это сюда. Все, ребят, короче, погнали домой. Поехали открывать ящик. А если ты еще раз оденешь броню, я тебе еще раз снесу. Понятно? Понятно. Все, полетели. Вот это, конечно, веселье. Где еще можно повеселиться? Надо будет, не знаю, может в бункер пойти. Там инженер есть у нас, ребят. Ну, короче, есть много. О, торговца может быть завалить огнеметом. Это интересная песня. Это очень интересная песня. Давайте поедем. Чисто прикол. Хочу попробовать. Интересно, сколько он будет сносить ему огнеметик.
Прикурить торговец хочет. Прикурить. Прикурить торговец хочет. Ту-ру-ру-ру-ту-ту. Так, летим к торговцу. Сейчас попробуем его раздеть. Надеюсь, что он разденется. Надеюсь. Ну, будет видно. Хотя у него, по-моему, броня и так слетала от оружки, если я не ошибаюсь. Ну, вот, торговец Джо. Торговец Джо. Так, я, наверное, возьму хилочку вот эту. Вот он с автоматом там. Так, здорово, брат. Здорово. Как твои дела? Слышь, мне нужно бензинчик. Вот такой вот. Вот такой вот. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, как-то, знаете. Давай, 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 давай. Еще 80. 80. А сколько глоком ему сносит? А глоком ему... А, глок тоже сносит, да? А не, подожди, смотри, глок даже не сносит. Ну, короче, огнемет. Сколько? 60. Ну, 50% почти снес, да? 53. Горит, падла, горит. Нормально, нормально. Давайте мы его убьем, ребят. Давайте мы его убьем. Сейчас поедем назад, восстановим. Как раз 50% сносит огнемет. Чисто ради прикола. Прикольно. Я даже не... Подожди, а чем мы его бомбили? Я не помню, по-моему, или гранатометом, или минами мы его взрывали когда-то. Я вот не помню, ребят. Ну, в принципе, веселье прикольно. Веселье прикольно, очень сильно весело. Так, ладно, поехали. Давайте доделаем то действие, которое мы должны. Мы должны убить торговца этим огнеметом. Просто по приколу. Заправочка, поехали, быстро заправимся. Хорошо, что есть такой станок, но плохо то, что за донат. Было бы классно, я думаю, бы все бы были рады, если бы, например, этот станок мы могли поставить дома. Вот просто дома сделать станок и поставить. Только сделать его, знаете, там, например, много очень сильно каких-то топовых ресурсов таких, знаете, чисто там, я даже не знаю, ну там, например, дуб, ясен, там очень много, титан, тот же, вольфрам какой-то добавить, чтобы его делать. Ну, дорогой, сделать, чтобы дорогой, реально можно было сделать, но не всем, не сразу и не всем. Вот, это было бы классно, но за донат, конечно, это такое, восстанавливать. Ну, прикольно, прикольно то, что ты можешь этот огнемет, да, использовать безлимитно. Ну, у меня получается, это безлимитный, как бы... огнеметчик. Вот, потому что я могу поехать в любой момент на заправочку, затариться, восстановить его, и все будет хорошо. Вот такой вот огнеметище. Вот тут. Ну что, торговец, торговец, hello everybody. Ну-ка выходи, где ты там спрятался? Давай мы тебя сейчас поджарим, как нужно. Торговец Джо. Торговец Джо. А где твоя одежда? Слышь, мне нужна твоя одежда. Я ж тебе не говорил это слово. Я теперь торговец, понятно. Пошел вон. Я теперь торговец. И ты, малек, пошел вон отсюда. Я теперь торговец. Твоей одежды нету. Мне непонятно, кто ты такой. Пошел вон. Пошел вон отсюда. Я здесь теперь главный. Вот. Отвали. 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай, давай. Ну, 13, 11, 9, 7. Блин. Я боюсь сломать его. 5, 3, 1. А как его добить? 1 хп. Блин, как же его-то добить, ребят? 1 хп. Я не знаю, прочность сломается. Я потом умру. Да, сломается. Это последняя прочность. Да ну ладно, ну 1 хп, ну ты, блин, прикалываешься. Давай, ну умирай. Ну почему ты не умираешь? Слышь, ну я ж тебе тоже могу нашпиговать там. Жесть, ребятки. Ну, ладно, хрен с тобой. Я не буду рисковать. Я лучше потрачу 4 секунды, 21 минуту и поеду восстановлю, чем лучше сломаю. Это по-любому. Если бы я сейчас, прямо сейчас нажал кнопку, пошел огонь, и он бы сломался. Но я не буду этого делать. Я потрачу лишнюю минутку. Я думаю, вы меня понимаете, потому что это терять невозможно. Это терять не нужно никогда. А шапочка, кстати, прикольная, да, такая именно? Волк. Вообще прикольная. Я думаю, что еще будут такие прикольные скины. Ну, очень красивая такая. Ух, ух, ух. Все, давай. Значит, последний раз мы к этой торговцу зайдем. Что-то споем. Хотя, смотрите, тогда слетело у него больше 50. Как-то непонятно она работает. Ну, ничего, ничего. Сейчас мы его добьем обязательно. Ну, хотя бы кого-то убьем в этом ролике, да? Миниганом этим. Не миниганом, а огнеметом. Ну вот, жаль, что нельзя обычных пацанов сносить заправки или еще чего-то. Так, глок мне восстановить. А ну-ка быстро глок. Вот так.
Молодец. Все, теперь мы можем его сносить точно. 100% он сейчас загорится. И мы скажем ему до свидания. А что потом, я даже не знаю, появится он потом или нет, без вопросов, вообще не понимаю. Ну, должен, по идее должен, там сутки какие-то пройдут, он оживет, где-то другой торговец придет и все будет хорошо. Так, значит берем, давай вот так вот перекинем вот так вот даже. Все, огнемет, ты же ведь любишь, дружок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Торговец Джо. Все, теперь мы торговцы на этой локации. Ребят, приходите, я буду вам обменивать все топовые ресы. Обязательно. Все, теперь я стою вот здесь. Торговец Джо, пошел вон отсюда. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. А, он не умирает, ребят. У него же безлимитные хп, по-моему. Жесть, конечно, жесть. Да, я думал, он умирает, но он не умирает. Жалко, жалко. У него один хп, да? У него один хп. К сожалению, ребятки, не получилось то, что у нас есть. А я думаю, почему он не умер? А он не умирает. Он просто не умирает. Он становится берсерком каким-то бессмертным. И ничего сделать ему нельзя. Ладно, хрен с тобой, поехали домой. Все, давайте открывать тогда ящик. Повеселились немножко. Надо было бы, конечно, восстановить. Восстановим. Я положу пока его на стенд, наверное, пускай лежит. А там где-то восстановлю. Главное его не использовать где-то. Ух, боюсь лишний раз нажать кнопочку. Просто боюсь. А я так думаю, один хп остался, блин. Я еще раз нажму, и он умрет. Ага, а нет. Тогда же граната и мина его не взорвать, по-моему, уже. Да, весело. Ну, прикольно, скажите, прикольно. Я думаю, что да. Так, ну что, стендик. Давай сюда, ну, закинем, красиво. Ой, это что-то не очень красиво висит. Ну и хрен с ним, пускай висит, чтобы его чисто не использовать. Что мы делаем? Мы сейчас открываем наш ящик. Вот это, да, только нам нужно этот забрать. Вот, сюда иди. Сюда закинем где-то, состакаем что-то, не знаю что, но что-то состакаем. Тут стакается, еще место есть. Отлично. Теперь, вот этот ящик мы... заправляем чоппер, снимаем, идем в кислотную ванну. Там тоже нужно, наверное, скорее всего, какая-то кислота или фильтры, что-то такое. А может и так откроется, я не помню уже. Давай мы его закинем. Закидываем его сюда. Опа! Есть, да? Все, тут нужно 3 кислоты. Все то же, что и туда. Ладно, 3 кислоты у нас есть, без проблем. Давай посмотрим. Так. 3 кислоты у нас опять... Так, 4, 2, 3. Вот так вот. Есть. Готово. Так, теперь сюда идем. Бэ-бэм. Есть, да? Все. Смотрим. Ну, практически то, что было, то и выпадает, ребят. Ну, та же уравнитель, тот же обычное оружие. Не знаю, может быть, рандомно оно выпадает. Вот, ну хотя вряд ли он огнемет будет отсюда уже выпадать. Ну, пробовать нужно, чтобы знать, да. Вот я открыл, вам не нужно уже открывать. Вот вы, например, хотели бы проверить, да, данные два ящика, например. Вот что-то еще там. Вот, я открыл, показал. Вы теперь знаете, что именно отсюда мне лично не выпало. Не знаю, как вам. Вот, напишите в комментарии, возможно, кто-то будет открывать. Возможно, не спорю. Но будем смотреть. Так, один рейд я обещал вам. Конечно же, сходим, пойдем, посмотрим. Надо топоры. Топоры, 1, 2, 3, 4, 5. И нужно еще обычные топоры. Тоже какую-то пятерочку, шестерочку сделаем. Так, давай, топорики создавайтесь быстрее. Так долго создаетесь. Все, скинули, есть, да? Здесь у нас моды накидываются. Вот тут на глок это будет глушитель, все есть. Все, мы все взяли, топоры есть, хилки есть, все нормально, все отлично. Только трайк нужно взять, я не знаю, трайк нужен, нет. Ну, может быть, да, может быть, нет. Давайте сразу же возьму его, возьму трайк, где мой трайк, вот он. Вот, кто-то спрашивал, какой у меня любимый чоппер. Ну, ребят, вы знаете, наверное, напишите, какой у меня любимый чоппер, потому что сами понимаете, почему, да? Напишите в комментарии. Так, все, помыли чоппер. Здесь бутылочки положим сюда. Рейдерюшкам нужно что-то дать. По-моему, ему давай дадим ему какие-то копья.
Копья. Раз, два, вот так вот, три. Вот, три копья дадим. Можно еще что-то дать там, например. Например, железо вот закинем им. О, железка такое. Батарейки нет. Не, вот клюшку им еще дам. Ну, пускай забирает, все равно ресы есть. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, вот так вот, забирайте. Все, похоже на правду. Я знал, что тебе можно доверять. Конечно же, может. Мы забыли с вами закинуть вот это добро, да? Давай закинем. Тут у нас, конечно же, есть вот такой вот быстрый слот. Чикс. Все тарится сюда просто изи. Так, сюда мы вкидываем. Раз, два, три. Палец, кстати, не идет сюда, вы заметили, да? Я думал, тоже сюда палец можно вкинуть, но оказывается нет. Ну тогда, если нет, то мы палец закинем тогда в наше место, где он у нас вообще лежит. Так, сюда. Бабам, палец. Ага, не тут палец. Вот тут палец, да? Нет, тоже не тут палец. А где мои пальцы? Ну, пускай будет тут. Все, пускай будет тут. Так, кости. Тут костей нету. А где мои кости тогда? Интересно. Костей тут нету. Значит, они в этом ящике, где лежат у нас ключи. Ну, ладно. Давай тогда закинем сюда. Да, тут ключики есть и кости тут тоже есть. Все, это мы скинули. Все хорошо. И еще пикапчик давай заберем. Что там осталось? Рейдерюшки, где они у нас? Почему рейдерюх нету? Рейдерюшки, тут что у нас, торговец? А рейдеры, вот они тут. В радио рейдеры гребаные. Так, есть, забираем талончики. И все, как видите, стаки приехали вип домой. Вот, а что у нас на пикапчике? Можно, кстати, сюда вкинуть ящик зараженный, если я не ошибаюсь. Вот, так, он у нас на чё? Подожди, а, мы же в катер его вкинули. Фу ты, я испугался. Думал, где его дел-то? А мы его в катер вкинули. Ну ладно. Так, все, состакали, видите, да? Записки выжившего, ценные записки выжившего, карточки сержанта. Ну, обычные карты стакаются и плюс дополнительные вот эти штучки. Так, все, вот так вот сделали. Вот так вот красиво положим, пускай будет. Ну, пускай лежит пока здесь. Так, рейдерюшки пришли у нас. Пришли, родные, пришли. Так, что у нас тут есть? Максимально, урон... Огнестрельное оружие, нет, такое нам не интересно. Давай тогда смотрим, забираем вот тут за монеты. Я сейчас посмотрю, да, сколько мы потратим всего монет, где-то около 400. Вот, и мы заберем какие-то награды. Ну, награды забирайте, если вы тратите, да, вот тут вы можете забрать 1200. Сколько еще нужно? 950. Можно купить бензин, например. Давай купим бензина на 200 монет. Где у нас бензинчик здесь? Бензинчик, есть, да? Бензин затарили, еще раз проверяем. Календарь, золотая лихорадка. Не хватило. Или хватило? Ну давай еще купим бензин. Ё-моё, ты посмотри, не хотят меня пропускать. Что это такое? Алло, давайте мне ящики. Я ради ящиков именно покупаю это все. А ну, о, вот теперь все, забираем. Награды получены, 37 прокрута есть. Вот, можно еще прокрутить. Давайте прокрутим. О, кирпичи. Можно щенки. Ну, два щенки. Вот, кирпичи, конечно, тоже хорошо, но пока они мне не нужны. Так, здесь у нас что? Насос, конечно, насос заберем. Вот, насос это редкая штука стоков. Здесь борода. Давай еще. Глок, конечно, 17. Еще три открытия. Так, здесь кевларочка. Или это. Ну, да, кевларочку заберу. Вот, кевларочка, хорошо. Бум-бум-бум, щенки. Давай щенкам заберем. Вот, и здесь у нас будет тра-та-та-та-та труба. Трубу заберем. Все нормально. Все, ребят, мы отправляемся на рейды. Еще раз проверяем. Все есть, хорошо. Тут есть, отлично. Поехали, чисто один рейдерок, так, чтобы вы уже увидели, что у нас сегодня. Опять собака висит в воздухе. Это, наверное, скорее всего, из-за генератора. Потому что почему-то на генераторе или на движке, который стоит на земле, собака взлетает в воздух. Непонятно почему. Ну, бах. Хунчоу. Это какая-то китайская база. Хунчоу. Ну, давай посмотрим, Хунчоу. Что у тебя там за Хунчоу? Хунчоу. Ладно. Кунчо так кунчо, поехали.
Главное, чтобы не 2 на 2 база была. Пожалуйста, прошу тебя, Хунчо. Пожалуйста, не надо, не надо. Не надо, не надо. Где база, Хунчо? Где база? Это сарай какой-то, 2 на 20, блин. Ой, ну ладно, ладно, Хунчо. Хунчо, коничуа, коничуа. Ладно, закрываться будем по-любому, взрывать сейчас будем. Не знаю, как умирать, но взрываться по-любому. Так, чоппер поставили на землю. Читеры, гребаные читеры, как вы можете такое делать? Читерюги, поехали. Жух, жух. О, по-моему, была это уже кончо у меня. Вот точно не помню. Ну, что-то такое припоминаю. Так, закрываемся, наверное, сразу. Три ящика мы видим. А что мне эти три ящика? Может быть, умирать пойдем? Потому что здесь и 450 штук нужно. Так. Так. Ну, опа. Вы видели эту тему, ребят? Смотрите, какой умный рейдер, скажем так. Так, главное не взорвать. Вот, чисто вот так вот. Такой спрятал, типа я не увижу, да? Ну да, да. Ого, ого, пацаны, ребята. Ну, даже не знаю, что вам ответить. Я не знаю, ребят. Умирать-то будем по-любому. Сет брони есть. Сет брони есть, да? Хорошо, а есть сет? Сет этих оружек целый. Целый ящик. Целый ящик оружек. Нету, да, такого? У-у. Ну, краску. Краску я заберу. Краску мы берем. Краску мы возьмем. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Так, 57 шум. Сколько там? 90, да, можно? Где-то 65 максимум, наверное, пускай будет. Ладно. Кунчоу. Вот тебе и кунчоу. Так, что здесь у нас есть? Тут хрень какая-то. Ну идите сюда, демоны, что вам сказать. Идите сюда все. Сейчас мы будем тут взрывать. Дети, демоны. Бегут, бегут. Давай, давай, все сюда. Не знаю, ребят, стоит ли тут умирать или не стоит. Вопрос такой, конечно, интересный. Ну хотя можно умереть, посмотреть, да? Давайте попробуем. Давай, 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 все сюда. Давай, 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 зомбак ты гребаный, переходи сюда. Че ты там стоишь? Не дебилоид, а? Стоит и все. Ладно, хрен с тобой, хрен с тобой. 15, половину брони. Окей, let's go. Окей, let's go. Окей, let's go. Как дела, пацаны? Нормально? 88 шкала. Угу. Ну что, ребят, я думаю, что здесь умирать будем по-любому. По-любому я умру. Мы возьмем еще C4 штук 10, 20, 30, не знаю. Ну попробуем. Попробуем. Давай так сделаем. Я заберу сет брони еще, который там есть, да? Ну, пускай будет, где-то пригодится. Зомбака оставим. Здесь что у нас еще можно такое перекинуть сюда? Не знаю. Тут раз сишка, два сишка. Ну, штук 10, наверное, возьму. Не знаю даже, сколько точно. Ну, что-то серьезное возьму. Батарейки, конечно, заберем. Красочки заберем. Хилочка здесь есть. Ладно, давай его сюда мы закинем. Пускай он бежит сюда, чтобы мы его не убивали случайно. Вот. 1, 2, 3, 4. Ну, штук 7. 7-8 сишек я возьму. Разорвем эту базу в клочья. Давайте так, разорвем ее. Разорвем. Так, есть еще какой-то этот... Чувак там бежит. Один, второй. Ого, там их три. Ну, надо удалять их. Надо удалять, убирать. Так, здесь понятно, здесь понятно, здесь понятно. Сейчас быстренько закинем. Бабам, бабам, бабам. Бабам. Сет брони. Куда вкинуть? Не знаю, куда его уже вкинуть. Потом вкинем. Вот, у нас получается вот так вот, да? Ну, давай добиваем вот этих. Сколько там? Три штуки есть. Вот, одного оставим чисто для того, чтобы... закрыться. Все, 58 шум. Вот, это мы скинем. Скинем, скинем, скинем. Красочку я возьму. Блин, не хотелось бы по одной красочке вывозить. Ну ладно, короче, бьем, бьем. Давай бей быстрее, задолбал. Так, бьем, бьем, бьем. А мы в чоппер смотрели или нет? Я не помню. Или не чоппер, или что? Чоппера нет, все понятно. Все, где-то здесь я умираю. Где-то примерно тут я вот умру. Вот здесь, да? Все, добивай толстяк, быстрее бей, ты такой медленный, ты просто медленный толстячок. Ну, база хорошая, скажу вам честно, база такая серьезная. Здесь, мне кажется, можно даже найти какой-то серьезный огнестрел, ящик какого-то огнестрела или брони, или хила. Мы посмотрим, я возьму
8, давайте 8 С4 возьму сюда. Разорвем базу по полной, просто по всю, разрываем во все эти щели, во все дырки и так далее. Вот. В идеале, конечно, бы сложить это все добро, ребят. Вот тут. Давайте я хотя бы красочку сложу в красочку, потому что я вижу, что здесь красочки у меня насобиралось. И плюс можно еще вот это сложить. Это у нас будет тоже будет, да? Ну, давай возьму портфель на данный момент на секундочку. Да подожди ты, ё-моё. Портфельчик вот сюда. Вот, здесь мы соберем сейчас, чтобы этого бардака не было. Потому что я так ненавижу эти бардаки. Главное, чтобы я на новичке не разводил этого всего. Так, все это все скинем. Вот так вот, да. Вот чоппер у нас свободный, без проблем. Это мы берем сюда. Что мы можем скинуть еще? Посмотрим, что мы туда можем. Трансмиссию закинем. Вот, и здесь у нас в ящике вентилятор, я не помню где. Краска сюда, это сюда. Трансмиссия. Понятно. Все, окей. Значит, давай идем сюда. Это хотя бы как минимум скинем. Вот, и пойдем дальше. Значит, нам нужно скинуть. Есть у нас вот здесь стак по 70. Вот сюда оно идет, все добро. Стакаем хорошо. Трансмиссия у нас вот тут, да, лежит. Есть 11-12. Почему баки не стакаются, а трансмиссии стакаются? Вилки не стакаются. Почему, ребят? У меня такой вопрос. Непонятно вообще. Так, ну что, краски нормально мы имеем. По 70. Я хотел бы забить полностью весь тела, чтобы на всю жизнь, как говорится, хватило. Ну, было бы классно. Ну вот, можно еще какую-то огнестрелку переложить. Давайте, может быть, еще огнестрел перекинем в ящики по-быстрому. Так, обычный огнестрел, не будем там какие-то особые огнестрелы закидывать. Просто обычный огнестрел. Вот такой вот огнестрел. Я хотел бы освободить ящик один, чтобы именно вот это запихнуть все. Ну вот, под нашу добычу, скажем так. Вот, ну еще два. Давай тогда вот это и вот это, наверное, так. Ну хотя у меня отдельная оружка лежит, генезис от обычной оружки. Вот здесь у меня генезис оружка. Место пока есть, здесь у нас что? Тут у нас оружка. Хорошо, сюда скидываем. Окей, нормально, да, так оружки? Не знаю, где она взялась, но где-то с рейдов вытащил. Нормально. Просто с рейдов, ребят, чтобы вы понимали, это все идет с рейдов. Вот, забьется в один ящик. Смотрим. Чикс. Да, забилось, все хорошо. Ну вот, а потом я вот так вот беру, да, беру вот это все дело и закидываю, например. Вот у меня есть изолента, известняк, потом вот это. Вот это все в один ящик у меня вот сюда вставляется. Опа, вроде бы все, только не все. Вот это не сюда. И пластины, по-моему, да, и пластины тоже сюда. Вот пластины у нас идут сюда. Вот видите, как я четко сделаю. Что еще? Аптечки. Аптечки раз скинем, аптечки скинем. Ну и сишки заберем. Фишки заберем. Ну, пока хватит. Пока место есть, у нас один ящик свободный. Пускай оно будет свободно. Так, 8 я говорил, да, или сколько? Давай с этих возьмем. 8 штук, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бам-бам-бам. Это 9. А, 8. Все нормально. Все, и этот портфельчик мы скидываем, чтобы не терять его. Ложим сюда. Идем мы закрываться. Вот и все, ребятки. Вот такие вот пироги. Все нормально. Главное, поскладывали, все работает, все отлично. Поехали. Поехали. Будем взрывать данную базу под ноль. Вот. Хотелось бы посмотреть, что тут есть. Вот. Я думаю, без проблем можно глянуть на все, что у нас тут есть. Топориков хватит, надеюсь. Если там, конечно, внутри не будет 150 ящиков. Ну, я думаю, что не должно быть. Так, 80-80. Я постараюсь, конечно, с первого раза закрыться, если толстяк не помешает мне. Ну, если помешает, пошел он в жопу. Тогда я его снесу, и все будет хорошо. Так. Сказал Джастин Бибер. Так. Ой-ой-ой. Ладно, а что мы появились? Так, ну ладно, давай я уже тогда заберу. Так. Это сюда. Что-то не лезет. Быстро накинули. Раз. Так, сюда два. Что-то забирается, что-то не забирается. Быстро сюда два. 3 есть, да, это забрали. 4, все, трупик сняли, получается. Теперь закрыться нужно. Угу. Поехали, закроемся. Пошел вон толстячка, оставили.
Так, стоп. Опа, а ну-ка. Есть профессионализм? Нету. Так, чуть-чуть назад, чуть-чуть бим. Вот так, пошел вон толстяк. Вот так вот, думаю, закроемся. Привет, толстяк! Hello! Привет! И пока. Так, все нормально. Ну что, ребят, давайте взрывать. Только я, наверное, первым делом, что я хочу сделать, это, наверное, я сделаю как? Сейчас я подумаю. Наверное, все-таки я разобью, правильно? Разобью ящики первым делом. По три. Раз, два, три. Вот так вот. По три буду разбивать то, что могу, скажем так. А там будем уже смотреть. Так, тут у нас, блин, ну база большая, ё-моё. Честно сказать, большая. Я даже не уверен, что нам хватит топоров. Раз, два, три. Отлично, есть, да? Раз, два, три. Есть, хорошо, идем дальше. Тут у нас ничего бить не нужно. Здесь по три. Раз, два, три. Хорошо. Тут раз, два, три. Хорошо. Значит, что делаем? Делаем большой бадабум. Одна сишечка и сразу вторая. И вторая. Баба. Оу! Да ладно, блин. Охренеть, сколько здесь всего. Что вы издеваетесь? Ну хватит издеваться с черешней. Ё-моё. Что за издевалки-то такие? Где этот громила гребаный? Давай, громила, вали сюда. Вали быстренько. Валим на громилочке. Раз, два, три. О, вот это сальтуху он сделал. Видели, да, четкая сальтуха. Не знаю, ребят, что здесь на этой базе, но мне кажется, здесь просто жесть. Просто жесть. Фух, ладно, разбиваем, разваливаем. Все здесь разваливаем. Посмотрите, сколько сишек сюда нужно. Да вы что, издеваетесь? Ну реально, ну это очень много для такой базы. Это жесть. Ну попробуем что-то разбить, разломать. Да ладно. Ну, это не серьезно. Это реально не серьезно. И в каждом что-то есть ящики, да? Ну тут вообще какой-то уникальный ящик. А ну иди сюда. Сюда подошел. Молодец, хорошо. Так, что здесь? Мяско. Вау. Покушаем. Иди сюда, громила. Ну, громила, иди сюда. Во, молодец, пошел. Бей, я ставлю сишечку и идем дальше. Развлекаться. Давай, баба. Хорошо, тут пусто. О, пошла буферочка, да? Взрываем дальше. Сейчас, ребятки, мы все промониторим. Сколько здесь? Одна сишка осталась. Одна сишечка. Не хватило мне 8 сишек, вы представьте. Ну, сюда, понятно, перец я не буду взрывать. Ну, вот здесь, да, две комнаты. Короче, сюда около 10 С4 нужно. Ай, ты падла. Вот смотри, вот как будто случайно. Ну, ладно, я думаю, нам и этих хватит, да? Хватит нам этих ящиков. Я думаю, что да. О, так, изолента, телефоны. Ну, давай смотреть, давай разбивать, давай смотреть, что вам сказать. Поехали. Талончики возьмем, пригодятся. Пригодятся, 100%, 1000000%, не знаю. Смотрим дальше. Ту-ду-ту-ту-ру-ту-ду, громилочка, ничего интересного. Так, сколько у нас там шум? Блин, ну мне кажется, что здесь точно что-то должно быть. Так, тут у нас громила, тут у нас железо, ага. Иди сюда, дурак, иди сюда. Опа, пошел, молодец. О, вот это заберем, топорики заберем. Вот это заберем. Так, бабам. Да хватит меня бить, ты, блин, громила, успокойся. Ну, ящиков здесь я не знаю. Посчитайте, пожалуйста, сколько здесь ящиков. Талонов охренеть сколько. Ладно, заберу. Стак по 300 работает, как у тракториста. Так, забираем. Тут сюда. Тут раз-два, да? Хорошо, какая-то уже оружка-то появилась. Ну, давай бьем дальше. Так, смотрим. Опа-па. Вот видите, уже какое-то нарисовалось. Вот, хорошо. Медь, не знаю, пошла вон медь. Тут что у нас? Хорошо. Тут что у нас? Краска. Вот это заберу. Только надо как-то здесь правильно сделать. Там у нас дверь. Если дверь, то нам нужно... Вернее, окно. Если окно, то нам нужно вот так вот сделать. Отвести его, потому что не даст потом зайти. Ну, может убить. Не хотелось бы, чтобы убивал. Так, здесь понятно. Здесь что у нас? Понятно. Здесь что у нас? Смотрим. ВСС-очка, разрушитель. Ого. Хорошо. Давай тогда...
Ой-ой-ой, батареек сколько. Блин, вот это, конечно, ресо. Так, мы пролетим здесь или нет? Вот я не знаю. Ну, думаю, что да, пролетим. Так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Рамилочка идет сюда. Опа, есть. Обратно. Вот, такими манипуляциями, да, будем делать, потому что я не знаю, ребят, просто я не знаю. Очень-очень сложно понять, что куда. Вот, сет брони я скину, он абсолютно мне не нужен. Я думаю, это не сильно топовая вещь. Ух ты ж, ё-моё, ух ты ж, ё-моё, давай, 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 опа. Так, ВСС-очка и что-то еще. Давай, 50 талонов. Вот так вот. Разрушитель, ладно, можно будет где-то когда-то попробовать. Все, ребят, главное теперь, чтобы он не телепортировался. Вот, будет все хорошо. Здесь ничего, здесь что у нас, смотрим. Ба-ба-бам, топорик давай заберу. Топорик. Тут у нас, кстати, топориков миллион можно сделать, все понятно. Все, есть, да, железный топор. Тогда же скинем вот это. Что там, сет брони скинуть? Что-то тут покушать нужно, вот так вот. Давай идем дальше. Можно было еще три сишки взять. Ну, посмотреть, что здесь интересное такое. Так, давай иди сюда. Ба-бам. Хорошо. Хорошо. Ну, тут хилка, понятно. Короче, тут ничего нет. С этой стороны, я так понял. Так, пустенько, да? Вот тут мы посмотрели. Там мы посмотрели. Осталось у нас сверху только, да? Осталось только сверху, ребят. Ну, ждем громилу. Ждем громилу. Надеемся, что он не телепортнется. Вот, разрушитель сюда, аптечки. А, можно было еще бензин скинуть. Ну, типа сло, да? Ну, мы сейчас посмотрим, если что, скинем. Главное его тут пересмотреть. Давай, пошел вон. Пошел вон, хватит меня бить, ты громила долбаный. Давай, разбивай. Не, база топовая. База топовая, не знаю, как вам, мне понравилось. Так. Иди сюда, вода, еда. Тут что у нас? О май гадебел. О май. Короче, тут комната хила, я так понимаю. Комната хила тоже неплохо. Ну, можно аптеки забрать. Я не знаю, зачем они мне. Баночки. Баночки, скляночки. Ну, по одной краске я скину, понятно. Оно не нужно нам. По одной краске аптечки заберу. Чикс, чикс. Вот, давайте хилку, наверное, возьму. Хилку возьму. Ну, где-то что-то как-то когда-то пригодится. Вот, не знаю, как, когда, но может быть. Вот, заберу хилочку. Все равно все не заберем. Давай, иди сюда. Сюда пошел. Хорош. Ух, индюшек сколько. Жесть, конечно. Да, веселый случай. Ну, забираем максимум хилки. Давайте максимум хилки заберем. Что мы можем забрать еще? Сейчас посмотрим. Броню, ну броню, я не знаю. Заберу, скину ее. Она нам нужна, не нужна, не нужна. Вот, мы можем еще туда пробежаться, посмотреть, что там. Вот, что мы там оставили, вернее. Так, разрушитель я скину. Что мы возьмем? Быстрый слот аптечки. Вот так. Разрушитель я скину. Аптечки заберу. Разрушитель сюда. Правильно? Ну, наверное, да. Один талон. Не знаю, есть смысл забирать красный. Но там я, по-моему, где-то видел батарейки. Вот, вот здесь. Батареечки. Да, батареечки я заберу. Батареечки нам нужны для эксперимента. Все, берем. Берем. И еще батареечки возьмем, да? Что мы скинем? Давайте вот так вот пластину. Ну все, в принципе, ребят, в принципе, мы сделали все, что могли здесь, на данный момент, да? Вот, конечно, да, можно было бы забрать намного больше, но ладно уже. Ладно, прохладно. Так, тут у нас понятно, сет брони, какое-то оружие, может быть, какой-то разрушайзер. Нету, нету, нету. Так, веревки. Тут сигареты какие-то, здесь дичь, кирпич, здесь доски, здесь что? Ага, тоже дичь. Тут, конечно, да, тоже какая-то дичь. Так, тут транзисторы. Короче, смотрите сами, что вам нужно, взрывайтесь с той стороны, которая у вас вам нужна, и все будет хорошо. Вот тут мяско. Мяска, конечно, много, мяска. Ну ладно, один красный талон заберем. Все, тут можно выходить спокойно. Я думаю, больше тут ничего интересного мы не найдем. Вот, так подожди, брат. Если бы сишки еще были, можно было взорвать. Взорвать вот это все. Все, тут мы скинули все четко, да? Ну, чечетка, четко, чечетка. Вот это я понимаю, рейд. Вот что на новичке такое попалось. Ну да, конечно, сишек нету столько. На основе, конечно, на основе, да. Кто-то мне... задавал вопрос в ТикТоке, если взломать все стены на рейде, попробовать взорвать там базу какую-то, блин, было бы прикольно или нет? Ну, это просто выкинуть сишки в воздух,
Но так, конечно, можно было бы попробовать чисто ради прикола. Вот. Ну, аптек сегодня сколько мы взяли? 100, 200, 300. 300 аптек. 300 аптек плюс, да? Неплохо. Я бы на новичке, если взял такое, я бы точно орал. 300 аптек. Огнестрела куча. Нормально, нормально. Просто идеально. Талонов сколько? Я не знаю. Это чтобы на новичке тоже найти столько талонов. Ну, это было бы вообще круто. Вот. А так, я вообще в шоке, конечно, с этого всего. Ладно, давай тогда смотреть, что у нас по талонам. Талонам у нас 100... 150, там 50 еще есть. Ну, скидываем. Что? Стак не 300? 324? Не понял. Я вообще не понял. Как это стак 324? Чего? А где мои... Слышите, может бункерс? А, так... 330. Ага, смотри, 330 стак. Я думал, уже косарь какой-то туда напилят. А что за прикол? 330. Напишите, пожалуйста, сколько вас так вот в книжной полке? У меня 330 почему-то. Не понимаю почему, но вот так вот бывает. Какая-то хрень, ребят. Жесть, конечно, жесть. 330 стак. Блин, ну сделайте тогда, если уже больше 300, да, сделали. Сделайте тогда, например, 1000 стак. Вот это было бы классно, если бы 1000 стак бы было. Вообще идеально бы было. Ну ладно. Короче, что мы сегодня сделали, ребят? Мы сегодня очень много всего сделали. Мы проверили огнемет, как он работает. Что мы можем на огнемете поджарить слепого охотника, например, да? Вот. Поджарим 300 хп. 300 хп сносит примерно... огнемет слепому охотнику. Маловато-то будет, ну что ж ты сделаешь. Маловато, ничего. Я думаю, что заберем второй огнемет и там уже будем экспериментировать дальше. Я думаю, еще будет много интересных боссов, которые вы напишите в комментарии. Мы с вами вместе это протестим на моем канале и аккаунте. Вот. Я думаю, что много чего можно еще попробовать. Вот. Но нужна ваша помощь для того, чтобы понять, да, что вы хотите именно. Вот. Сейчас мы, конечно же, тестить ничего уже не будем, потому что мы и так уже сегодня пробежали и этого не убили торговца, знаем, что убить невозможно, да, вот, и в принципе, чтобы понять, кого еще можно убить, я, конечно, обращаюсь к вам, напишите в комментарии, кого еще можно убить огнеметом, вот, если слепом охотнике сносит по 300, да, вот, я думаю... Ведьма, может быть, также будет по 300. Ну, попробовать можно. Если хотите, попробуем обязательно. Вот. Ну, такие вот пироги, скажем. Ну что, ребятки, значит, такой был видеоролик. Не забывайте, сейчас у меня в Телеграме проходит розыгрыш на 2 премсезона и 500 монет. Вот. Опять победитель получит по этим сезонам. Короче, очень хороший розыгрыш. Заходите по ссылочке в описании. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока.